Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. Этот ролик должен был выйти на прошлой неделе в пятницу вечером. Но по понятным причинам я отложил эти все публикации. Ну, вы знаете, что произошло неделю назад. Вот. Нет у меня слов. И знаете, как у пикника поется самый громкий звук – тишина. Давайте я лучше помолчу. Ну что ж, а жизнь продолжается. И все-таки запоздавший ролик я предлагаю вам посмотреть. Еще один совет, ребята, не смотрите вы телевизор. Действительно, посмотрите лучше нас хотя бы. Отдохните от этой всей, то, что творится. В средствах массовой информации. Ладно, ребят, удачи вам. Дядя Юра, Ларочка, Дюшка и Шунька. А, да, небольшая новость. Дюше Шуни пришла большая посылка с вкусняшками от производителя кормов. Ну что, ну, в знак благодарности я буду в комментариях закреплять ссылку на этого производителя. Так что, ребятушки, не обращайте внимания. Это как бы это не реклама, это просто благодарность за вкусняшки Дюшки и Шуньки. Вот так вот. Что? Не, я так не могу без традиционной благодарности. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Топите в лайках, комментируйте, подписывайтесь, помогайте донатами. Отдельное спасибо. Что я могу сказать? Это действительно нас мотивирует. Мы постараемся вам настроение поднять. Вот, все. Шунь. Да. Что хочешь-то, Шуня? Уточни. Шуня.
Ну сбегай, принеси ведерко. Там в шкафу тут вагончики. Ага, Дюша. Дюша! Ну иди. Юж! О, молодец. Вот так, Дюша. Дюш, ты куда собрался? Сейчас, Эдуард Львович. Хрють. Наш кот там же. Дюш, неси валенки. Дюш, валенки неси. Дюша, не... Ага, ага, заноси, заноси. А этот? Все, зайка, все. Ну, я вижу, что пустая. Что делать-то будешь с ней? Неси. Тут ты, зайка. Пошли, идешь домой. Пошли, идешь. Открывай. Твоя. Обедя. Заходи, Шуня. Да. Что? Шуня. Ну, погода хорошая. Что? Шунь. Ну, лезь к себе на подоконник. Что ты разговорился, Шунечка? Ну. Все?
Дюш, хорош выглянчивать-то, ты чё? Бери примерно шуни. Способных измерить радиацию или тепловое излучение, оставшиеся от момента.